Кубочек. Кубчик. Стало замечательно и приятный миг, да? В общем-то, достаточно все как быстро у нас получилось, и для финал и полуфинал были очень-очень важны. Мы очень признательны всем командам, кто принял участие. Надеюсь, что эта традиция, это третий год, надеюсь, что она у нас будет продолжаться. И мы можем, в принципе, даже среди года как-то встречаться, в зале поиграть. Я думаю, всем будет приятно.